началом я искренне прошу подписаться на канал и поставить лайк. Приятного просмотра. Всем здорово, ребят, с вами Дэн, мы продолжаем играть в Лего. Да что ж эти Звездные войны ко мне привязались. В Лего Индиана Джонс за Original Adventures. Это у нас третья глава. Опасный город. Называется она история. Опа-на. Какой-то пират. Ну, они вообще, кстати, типа даже не попали бы. Так, чертова мартышка. Она типа только еще выбор принимает, нифига себе. Так, а теперь подумаем, зачем нам... Ага. Тут и думать не надо, тут и так все видно. Нам гаечный ключ нужно, чтобы починить эту штуку. Так, я вижу бонус. Что-то надо выкопать. А, вот это как раз таки лопата. Нужно найти бананы. Опа, сабля. Он лопату выкинул. Точнее, выкинула. Так, давайте покопаем здесь. Так, что? И зачем? Ага, это у нас дополнительная лестница. Так, забираемся наверх. А, тут у нас бонус. То есть это нам, можно сказать, нахрен не надо было. Это, кстати, стекло. Вот это вот, или что это, типа... А, хотя нет, нам лопата нужна все равно. Там стекло, возможно, здесь как раз таки есть такая тема, то что здесь персонаж типа со звонким голосом, и как раз таки именно он взрывает типа это стекло. Так, я это построил, чтобы сломать. В чем прикол? Так. Не, я понимаю, что это зря делаю, все равно. Ну, типа, как я понимаю, нужно по этим киоскам пропрыгать, и как на них залезть? Я без понятия. А хотя почему? Так. А хотя, блин, все намного проще. Опа, я вижу бонус. Так, и куда нам этот ключ нужен? Так, а нам нужно даже два ключа найти. Окей.
Ага, это что-то новенькое. Нам нужно быть одеты как... Этот... Опа-на, что-то... А, нихера себе! Что-то выкинул, говорю. Это типа, знаете, такая тема, как в Звездных войнах, как там типа... Просто типа там, либо Дарт Вейдер нужен был, либо какой-нибудь наемный убийца. Вот. И здесь типа то же самое. Так, я понял. Ага. Кстати, а вон там и вторая. Тихо, 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 тихо. Нет, не падай. Ладно. Так, понесли. Сейчас будет парное открытие. А, нет, не парное. Все сам делай. Все сам, все сам. Чубака? Это ты? А, это верблюд. Ну ладно. Офигеть, я прям по одному предмету рушу. Так, и что здесь надо? Так, ага, сюда нам не надо. Не понял. Не понял. Лопата-то топовая тема. Бля, бегут. Ну а нафиг, он споткнулся. Вот чертило. Фига себе, верблюд отпрыгнул. Вот у них вот прям много хп. Щит. Они что, типа меня по одному принимают? Офигеть, 4000 сейчас выпало. И последний, давай мы с тобой побольше. А, застрял, да? Ну ладно.
Ты чё тут делаешь? Ты чё так долго? Странная какая-то. А, вот лестница. Отлично. Или что это? А, да, это лестница. Так, ну-ка, сейчас попробуем наоборот сделать. Сейчас попробуем вот отсюда прыгнуть. Вот, нет, не получается. А, господи, все же просто. Только зачем это нам? Так, надеюсь, нам сюда и надо. Так. Шашлычок. Туру-дуру-ду. И лучок. Туру-дуру-ду. Цветы выросли. Так, ладно, бежим дальше прямо. Ух ты. Прикольно. Прикольно. Воу-воу-воу-воу-воу. Стройка ненадежная. Обезьяна, отдавай ключ. Так, еще одна обезьяна. Точнее как, это одна и та же, но не важно. Хотя, если мы сейчас пробежим сюда, это две разные обезьяны. Хотя это, по сути, одна и та же должна быть. Так. Отлично, там типа, ну, это веревки для сушки белья. Кстати, как-то белье странно здесь нарисовано, ну ладно.
Ай, упал. Вот, но мы из этого сделали прикольную штучку. Точнее, мостик. Кстати, это новая тема, то что ты, типа, тебе дается там зеленый один квадрат или вот как здесь два, и ты ищешь материалы, чтобы что-то построить, и это прикольно. Так, мы спустились вниз. Насколько понимаю, мы сейчас тут будем драться с этим черным, ну в смысле, не черным этим, а с чуваком в черной мантии, вот. Я не помню, как его зовут, он будет с саблей, и мы будем вот с ним бороться. Что? Я отбил патрон? Чел, иди сюда. Иди сюда. Я походу понял, что нам тут надо. Блин. Оба-на. Я знаю, зачем нам это надо. Где? Вот он. О, отлично. Начальник, открывай. Ой, спасибо. А, ну меня сразу двое выбежали, понимаю. Так, машина. Собираем машину. Кстати, у меня есть ключ с собой, так что... Блин, там два чувака с ракетницами стоят, мне что-то это не нравится вообще. Так, и куда нам? Нифига себе, броневик. А что так много монет-то? Алло! А, вот он. Да, вот он сейчас будет, типа, так, типа, там, финтовать, да, мы его просто с пистолета вынесем и все. Да, вот и все. Нифига себе. Короче, ее похитили, он выстрелил, он думал то, что типа вот он по машине попал, она умерла, но нет, это была обманка. Индиана Джонс, пустыня. Нам дается персонаж и Мэрион Каир. Авантюрист 12%, потому что из нас все монеты выбили. Сокровище. 82. 82 монеты. Так. Колледж. Опасный город в горы. Так, ребята. А я вам говорю, если вы здесь впервые, то можете подписаться на мой канал, поставить лайк, прокомментировать.
А с вами был Дэн. Всем удачи. До новых встреч. Пока-пока-пока.